Итак, приветствую вас во второй части. Мы связали с вами ножки. Сейчас мы будем делать нашу мордочку. Берем светлую ниточку и делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его петелькой и в него делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем кольцо, придерживаем петельку с крючком и в каждый столбик без накида делаем прибавку. То есть в конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Итак, в первую 1, 2, во вторую 3, 4, третью 5, 6, затем 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все, последние прибавки сделаны. Теперь следующий ряд мы провяжем следующим образом. 3 столбика без накида. Вот так, 1, 2 и 3. А затем сделаем четвертую петельку, 3 прибавки, то есть 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь снова провяжем 3 столбика без накида в каждую петлю. 1, 2 и 3. А в четвертую сделаем прибавку. 4 столбика без накида. 2, 3 и 4. Теперь довязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. А теперь 4 и 5 ряд провяжем наши 18 петелечек без прибавок и убавлений. То есть наши 18 петелечек, 4 и 5 ряд, столбиками без накида. Провязав 2 ряда без изменения, теперь провязываем 15 столбиков без накида. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Теперь в следующую петельку делаем столбик без накида. Делаем воздушную петелечку и столбик с одним накидом в эту же петелечку. Теперь в следующую петелечку делаем 2 столбика с одним накидом. Вот один столбик и второй столбик. В третью петелечку делаем воздушную петлю, столбик с одним накидом и столбик без накида. Теперь следующую петелечку делаем столбик без накида и в следующую делаем соединительный столбик. Как бы зеркальное отображение сделали нашей, получается, правой стороны, сделали левую сторону. Теперь вытягиваем крайнюю петелечку и обрезаем ниточку только так, чтобы осталось чем пришить нашу мордочку. Вот так. Заднюю вот эту вот ниточку можете обрезать, но не слишком коротко. Вот наша мордочка готова. Теперь будем вязать наши лапки. Берем нить основного цвета и делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его петелечкой, набираем в него 6 столбиков без накида. 1,
два, три, четыре, пять и шесть. Стягиваем наше колечко. И теперь в каждую петельку вяжем по столбику без накида. Вот так. Один. Дальше два. Три. Четыре. Пять. И 6. Итак, провязали по столбику без накида в каждую петелечку, а теперь немножечко вот так вот его выверните на лицевую сторону и продолжайте такими вот столбиками без накида в 6 петелечек провязывать с, получается, со второго ряда по 11 ряд, то есть 10 рядочков вам нужно провязать. Вот так вот, 6 столбиков без накида, каждую петельку по столбику. Таким образом у нас свяжутся лапки. Их нужно связать 2 штучки. В итоге у вас должны получиться 2 вот такие вот ручки. Хвостик вяжется то же самое, только на 2 рядочка длиннее, чем лапки. То есть вяжете кольцо амигуруми, в него 6 столбиков без накида. И вяжите не 10 рядочков, а 13. Теперь будем вязать ушки. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем ниточку и в него набираем 6 столбиков без накида. Наши любимые 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко наше. И в каждый столбик, в каждую петелечку делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида. В конце первого ряда у вас должно быть 12 петелек. Я их сразу буду, как всегда, считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Сделали прибавки. 12 столбиков у нас. Теперь второй ряд вяжем так. 11 столбиков без накида. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В 12-ю петлю мы не провязываем, а делаем соединительный столбик. То есть делаете петлю и продеваете ее. Теперь вытягиваете эту петлю и обрезаете ниточку. Таким образом, у вас готовое ушко. Обрезайте ниточку так, чтобы можно было пришить наше ушко. Вот, ушко наше готово. Сзади берем вот эту вот ниточку, продеваем ее, буквально немножечко закрепляем и убираем ее с заднего, так сказать, вида. Вот так вот ее продели и обрезали. Вот таких ушка вам нужно 2 штучки сделать. После того, как мы связали все детали, я хотела бы показать, как связать вот эту вот юбочку нашу. Мы оставляли столбики переднего плана открытыми, и теперь мы будем в них вязать. Итак, смотрите, я вязала таким образом. Делала 5 столбиков с одним накидом через одну петельку провязывала. То есть, вот смотрите. В одну петельку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
А сюда же еще шестым столбиком провязывала, но уже без накида. Вот так. Теперь пропускаем одну петелечку и в следующую провязываем также 5 столбиков с одним накидом и один столбик без накида совсем. 2, 3, 4, 5 и шестой столбик без накида. 6. Теперь снова пропускаем петелечку и вяжем 5 столбиков без накида. И так до конца ряда провяжите, и у вас получится вот такая замечательная как бы юбочка. Я думаю, что ее длинной вязать в принципе не нужно, так как она должна быть такой пестренькой, интересной, как на девочке. Вот. У вас получится вот такая замечательная юбочка. Вот так вот рюшечками. Когда вы пришьете ручки, получится довольно-таки оригинальное такое платьечко. Итак, довяжите до конца. Сделайте соединительную петелечку. Соедините как бы наше платьечко, чтобы оно было сдельным рюшиком. После этого мы будем делать сборку. Смотрите, ручки пришиваете вот так вот. Вы оставляли ниточки для пришивания, ими и пришиваете вот так вот. Сзади, буквально под платьюшком, вам нужно вот здесь вот где-то пришпандерить хвостик, в общем, пришить. Теперь, в принципе, можно хвостик и на платьечке, то есть, как бы над рюшиками. Это не сыграет огромного такого, в общем, значения. Теперь, здесь мы пришьем мордочку, но в нее предварительно немножечко вот так вот набейте, то есть наполнителем. Вот так вот ее нужно, чтобы она держала форму и красивенькая была. То есть я немножечко ватки подложу. Теперь ушки пришиваете, хвостик, ушки, лапки, мордочку. Все, в общем, это пришиваете. И в итоге я вам сейчас покажу, что получается, но уже на мальчике. То есть вот у меня мальчик такой вот. Когда вы сошьете все детальки, то есть хвостик, лапки, ушки, мордочку. Я еще, вот видите, чубчик сделала. Я вам покажу далее, как я его буду делать. Я здесь сделала такой небольшой бантичек. Бантик я сделала из кольцами гуруми. Провязала 6 столбиков без накидов. Кольцо стянула и провязала один ряд прибавок, то есть 12 петелек. А затем просто посерединке стянула их, как бы сделала такой вот бантичек. В общем, это, как вы видите, мальчик. То есть, если вы не будете вязать вот эту юбочку, рюшечки, а просто одним цветом, у вас получится вот такой замечательный мальчик. Итак, мы сейчас доделываем его подружку, собираем. Затем мы будем вышивать ротик, пришивать глазки, бровки. В общем, я вам покажу, как чубчик делать. Я надеюсь, что глазки, бровки вы сами сможете затем вышить, но я вам именно покажу вот этот, как чубчик делать и что я буду делать дальше. Вот, как вы видите, я сшила все детальки и сделала по 7 воздушных петелек, прицепила как бретелечки с обеих сторон по ручкам. То есть вот здесь, смотрите. Теперь берем ниточку. У нас из остаточков довольно-таки много ниточек, поэтому мы вот так вот берем нашу макушку, находим наши воздушные петельки, не воздушные петельки, а кольцо амигуруми, находим макушку и вот так вот продеваем вот так вот сквозь макушку несколько ниточек. Теперь закрепляем их. Хотите, можете завязать узелочек, но я буду делать вот такую петельку. Подтягиваете каждую ниточку. И снова еще можете продеть. Я буду продевать другого цвета одну ниточку для контраста. Вот так вот.
Снова через эту же макушку. Вот. Вот, снова петелечка вот так вот продену. И, наверное, уже с каким-то еще. Вот. У меня тоже две ниточки. Вот. И снова делаю петелечку вот так вот, вытягивая ниточки. И снова по одной подправляю ниточки, чтобы хорошо были закреплены. Теперь, смотрите, вот у нас получились волосики. Мы их сделаем немножечко короче, подровняем. И вот эти волосики я предлагаю вам как бы рассоединить, расчесать вот своего рода. Можно взять для этого, я думаю, иголочку, будет гораздо удобнее, чем просто рассоединять. Либо можете взять мелкую расчесочку, вот так вот, рассоединяйте вот эти волосики. После того, как мы распушили наши ниточки, обрежьте до нужной вам длины. То есть вы посмотрите, вот так вот распределите и обрежьте. Я, допустим, решила сделать атласный бантик, ну то есть из обычной ленточки сделала бантик вот такой вот небольшой. И я его сейчас пришью. Теперь же, после того, как я пришью бантик, я буду вышивать наши бровки, улыбочку. Буду делать это темным цветом, либо просто темно-коричневыми ниточками, обычными швейными, либо это будут ниточки для вязания, то есть вы смотрите уже на свой вкус и как бы, ну, украшаете, как вам нравится. То есть, опять же, повторюсь, мальчика вы делаете точно так же, как мы с вами сделали девочку, но не меняете цвет ниточки платьичка. То есть вот здесь вот просто продолжаете вязать коричневым основным темным цветом. И как вы видите, я вот сейчас допришиваю бантик, когда все доделаю, у меня получится такая замечательная вот обезьянка. Мальчика то же самое. Мне осталось только довышивать бровки, улыбочку, в общем, носик и так далее, пришить глазки. И, в общем, моя парочка почти закончена. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С наступающим вас Новым годом, обезьянки, что очень сейчас актуально и получится довольно-таки недорого, мило и своими руками. Всем ровных петелек, пока-пока!